Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале мы с вами рассматриваем сумочки, в основном сумочки и некоторые аксессуары. И практически любую из них вы можете купить. Я очень рада новым подписчикам. Спасибо Олесе Абаниной. Я так думаю, что это по ее рекомендации добавились несколько человек. Мне это очень приятно, потому что Олеся умница. И у нас немного попроще, у нас нет столько люкса, сколько есть у Олеси. И ее последняя коллекция меня просто очень сильно вдохновляет. Умничка, девчонка. И я хочу сказать, что не все понимают мои правила. Мои старые подписчицы, конечно, это уже все знают. А для всех остальных я просто хочу объяснить, что цену, которую я показываю на ценнике, к ней прибавляется на кассе 6%. Ну, в Америке так. На ценнике написано одно, а когда подходишь оплачивать, получаешь другое. Поэтому приходится всегда этот налог учитывать. И я беру от этой суммы 15% мой интерес. И дальше, получается, накручивается сверху, кладется доставка. Если совсем малюсенькие, ну вот одни часики, например, то 30 долларов доставка. Вот от 30 начинается. Если двое часиков, там от 2 до 4 приблизительно, 40 долларов доставка. Ну и если что-то, уже там сумочка малюсенькая и крупная сумка, да, 85 долларов стоит. И сегодня у меня несколько объявлений. И я сейчас планирую выезжать в магазин, и оттуда вам эти объявления сделаю. А сейчас короткое спасибо Жанночке из Краснодара, которая переписывалась со мной, заказала сумочку и говорит: «Я хочу тебе цветы купить, можно? Я тебе перечислю больше денег на цветы». Я говорю: «Конечно, можно, я обожаю цветы, я тебе отчитаюсь». И вот за этот прекрасный букет, который я сама себе выбрала из 3 разных букетиков. Жанночка, спасибо тебе огромное. Я дожила до того, что меня подписчики начинают баловать подарками. Не только я. Спасибо всем огромное и добро пожаловать. А вот это то, что со священной земли Ольга из Израиля мне прислала. Я уже отдельное спасибо ей говорила. Оленька, не могу остановиться носить это. Просто прелесть. Буду ждать кольца и браслета. Очень мне нравится. Ладно, простите за отвлечение. Просто хотела девчонок поблагодарить. И первое мое объявление по сумкам Donny & Borg. Они очень вам понравились многим. И мне написали, что это бомбические сумки. И некоторые уже их выбирают. Сейчас на сайте Donny & Borg есть вот эти сумочки, очень много цветов. Сейчас я вам фотографию сюда вставлю. Donny & Borg очень популярный американский бренд. Его все знают, он очень старый. Флорентина имя у этой сумочки. Маленьких размеров ее регулярная цена 398, больших 438. И цвета здесь можно видеть, какие представлены. Вот такая красавица Флорентина от Donny & Borg. Наслаждайтесь, влюбляйтесь. Надеюсь, она будет 50%, когда будет рождественская распродажа. И эти сумочки есть на скидке. Не все, по-моему, вот в этом цвете сумок нет на скидках. Вот этот вот бордовый. Но хочу вам сказать, сейчас посмотрю размеры на них и скажу. То есть вот если рядышком их поставить... Вот эта сумка покрупнее, но она уже прям совсем как дорожная сумка. Я в прошлый раз прикладывала к себе. Вот она, вот так вот она смотрится. Вот такая вот она крупная. Вот. И что я хочу сказать по этим сумкам? Да, они шикарные, но, ребята, предупреждаю сразу, очень нежное покрытие. Сайт, ссылку сделаю в конце, в описании ролика, но смотрите, на нем оставляются вот такие вот царапочки. То есть вам постоянно очень много средств ухода. Вот, например, в Fossil есть такое средство, когда крупная царапинка, оно припаивает кожу. Вот чуть-чуть его накладываешь, и
промазываешь именно в этом месте, и оно спаивает. Но это когда на крупные царапки. Вот на такие царапки просто закрашивается кремом. Ну, как вот обувным кремом, для сумок крем. Но имейте в виду, на всех любого цвета это вот такая нежная кожа. То есть, имея такую красоту, вы будете периодически за ней ухаживать. То есть, за такой дорогой сумкой вы просто так ее там кидать нигде не сможете. Сумка шикарная. Ну, вот этот вот размер такой для повседневной жизни, мне кажется, вполне даже реальный. Сейчас вам размерчики померяю. Итак, решила вам большое зеркало показать, как они смотрятся. Вот смотрите. Это и по стоимости подешевле. Не помню сейчас, но как-то значительно. Вот не на все цвета там скидка есть, я сказала. Размеры вот у этой сумочки, у них причем одинаковая высота. Вот у этой сумочки ширина, высота 25 одинаковая, ширина 33. И как это? Длина, наверное, 33, а ширина 15. А вот эта вторая сумочка, у нее получается так, длина 40. А ширина 18, то есть та поменьше 33 на 15, а это 40 на 18. Вот такая это прелесть. Вот смотрите, выбирайте, что там будет происходить со скидками на этом сайте. Я, честное слово, не знаю. Но почему-то вот мне кажется, что вполне достаточно вот этой сумочки, если вы не дорожную хотите. Потому что, ну, она, конечно, прелесть. Вот. И вот на этой, вот, кстати, вот не видно царапок на бордовой. Я не знаю, что будет происходить на сайте, как будут скидки развиваться, потому что я в том году не имела опыта ни с Черной пятницей, которая будет 29 ноября, ни с рождественскими распродажами. Поэтому, посмотрите, тут еще и подкладка вот такая вот волшебная. Ну, там на сайте все вы рассмотрите, у кого какая подкладка. Это вот эта верхняя часть, она замшевая. А внутри у всех красные подкладки, но это Donnie & Borg. Они вот с общим отделом. Здесь кармашек такой один большой, без замочка. И с этой стороны кармашек под замочком. И вот там вот еще один кармашек, то есть два. А все остальное большой отдел. Вот такая эта сумка. Ну, увидите. Конечно, вот она просто красавица. Просто красавица. Так, сайт в описании ролика. Мой WhatsApp в описании ролика. И мое следующее объявление о том, что в бутике Coach есть распродажа. Я сейчас хочу вам показать, что здесь есть в наличии. Уточню сейчас у продавца, сколько распродажа. Вот эти сумки Тоби не подходят под распродажу. И не подходят все сумки, ремни, кошельки. Все, что содержит вот Signature, вот этот принт Coach. Все остальные имеют 30% скидки. Причем вот эти вот у них очки по 185 и по 195, а вот здесь четверо, они со скидкой 30% будут. А вот эти были 195, четверо очков, и сейчас на них скидочка 117, ой, простите, 117 долларов они сейчас стоят. Ой, классные вот эти прям правда классные. Наверное, нужно брать. Не очень удобно снимать из бутика, но вы не можете зайти на американский сайт, он не открывается у вас. У вас открывается только сайт из Великобритании, а наш сайт американский не открывается. Но если кто-то что-то присматривал, то можете мне писать, я вам найду на сайте все, что есть. Так, но здесь обувь, я не очень люблю подбирать обувь, вернее, совсем не люблю, потому что на это уходит много времени,
и никогда не уверен, что это закончится хорошо, потому что всегда вам говорю на вашу ответственность. Такая прелесть. Это все с 30% скидки. Вот, кстати, по сумкам Кассия 30% эта сумочка здесь есть. Вот в этом цвете. Я вам говорила, что одна в магазине есть. И доживет ли она до скидок? Вот дожила. То есть вот это получается без скидки 350, а вот это со скидкой 30%. Ребята, что будет на Черную пятницу, я не знаю. И что будет на Thanksgiving Day? А, ну он будет перед Черной пятницей. И что будет на рождественские вечеринки, я имею в виду, распродажи на рождественские. Я тоже не знаю, на Christmas Sale. Вот такие касси есть. Ну вот 30. Вообще у касси два пути развития. Либо они заканчиваются совсем, и что-то из них пропадет, и вы уже совсем не сможете их купить. А что-то из них, возможно, доживет до скидок 50%, которые они как раз, в общем-то, на рождественских распродажах могут сделать. Вот, ну как-то все вот так. Ну и мое завершающее объявление о том, что на сайте Coach Outlet сейчас продажи открыты. И я поговорила с продавцом. Я прикупила, ребят, эти очки. Не смогла остановиться. Хотя 30% скидкой, я поговорила с продавцом, что они говорят, да, на рождественские распродажи в прошлом году было 50% скидка на практически многие сумки. То есть будет 50, но я проверила вот эти очки, но что-то мне сильно захотелось, потому что скоро опять в круиз ехать. Только купилась я на Гавайях Праду, но теперь вот еще вот эти, ну черных у меня не было, те серые. Вот, извините, просто думаю, вдруг кому-то еще понравится, они должны, может быть, дожить до 50%, но мы проверили по системе, их вот двое в нашем бутике, 10 штук в системе, 10 это не очень много на страну, поэтому я думаю, нет, нужно брать, я потом пожалею из-за $20, если я их не купила, вот. И что, по 318 видео, где я показываю, 318, по-моему, где я показываю видео из магазина с скидочными сумками, там очень много сумок осталось. Кто-то там под роликом пишет, повторите, пожалуйста, обзор для тех, кто опоздал. Девчонки, для тех, кто опоздал, пишите мне в WhatsApp, что осталось, и я вам фотографии накидаю. Так будет проще, чем нежели мне снова снимать ролик и снова на 40 минут делать заход по тому, что осталось. Потому что там много осталось, можно по нему спрашивать. И также для новеньких в объявление хочу добавить, что я, если я выкладываю ролик перед пятницей, в пятницу, вернее, перед выходными, то, естественно, я понимаю, что вы мне будете писать в выходные, раз я это делаю. Но в основном я прошу, так сказать, для России по времени, потому что когда у вас день, у меня ночь, начиная с утра субботы и до утра понедельника, я всем говорю, ребята, если срочных вопросов нет, не пишите мне. У меня тоже выходные, и я очень часто не отвечаю на сообщения. Вот в этот раз я вообще хочу в пятницу уехать, мы в горах будем. Не знаю, какой будет интернет, вот, но я так думаю, что периодически все равно можно найти место, где есть хороший Wi-Fi, поэтому заказать с любого сайта я вам все смогу, поэтому вы мне пишите, если я быстро не отвечаю, не теряйте меня, значит, я где-то на горной прогулке. Ну, а так, всем всего доброго, всем всего хорошего, всем хороших выходных. Пока-пока.